Константинович, здрасте. Вот отчет по вашим персикам. Этот минусинский персико. Четвертый год. Хасанский. Приходится подальше отойти, уж слишком они хорошо растут. По урожаю. Все зеленое, конечно, не видно, но урожай очень более чем приличный. То есть в прошлом году было первое плодоношение. Ну, созревает у нас в Брянском районе плюс-минус начало сентября. Это минусинский. То есть, ну, урожай, я не знаю, камера не передает. И плюс они еще и зеленые. Ну, количество впечатляет. Здесь листвы поменьше и можно видеть. А так все ветки примерно в такой загруженности, просто под листвой их не особо и рассмотреть. Так. Такие дела. Ну, красуется ваш крупноплодный.